имя Гурудева, поклонение Гурудеву. Если у вас нет Гурудева в физической форме, то вы можете медитировать на свою истинную природу, на свое естественное состояние. Ну, вот. То есть на природу ума, состояние безмыслия, на пространство можно медитировать. Вот. Либо, если у вас есть Гурудев, вы можете представлять его. Потому что это форма Гурудева физическая, это милость вашей истинной природы по отношению к вам. То есть Гурудев появляется в нашей жизни, когда у нас есть запрос, и когда есть кармическая связь с мастером, он проявляется. То есть это наша природа, она для нас, для нашего блага проявляется как бы в физическом теле и дает нам наставления, вот, и ведет нас к самоисследованию. Гуру внутри тянет нас внутрь, чтобы мы познали себя. И этот же гуру снаружи, в физическом теле, толкает нас внутрь. И гуру наше внимание толкает, можно так сказать, к самопостижению, к самореализации. Вот. И когда нет гуру снаружи, а есть только гуру внутри, то вы идете через самоисследование. Когда есть гуру снаружи, вы идете через бхакти, через преданность и самоотдачу. Иногда вы можете использовать два эти пути. Это даже лучше. То есть вы исследуете себя, и одновременно вы испытываете любовь и преданность гуру к Богу. Вот. Это как два крыла птицы, которые вас несут к освобождению. Сидара, Сидара, Сидара.